Было страшно, когда достаешь ребенка всего в крови. Ребенок кричит: мама, я не хочу умирать. Вот это было страшно. Разбил машину на... Блять, смотри, что творят. Сука, звери, блядь. А сейчас страшно дома выходить. Вот это страшно. И просто вот все наши вот ушибы, ранения. 2,5 сантиметра рана, 4 шва. Ну, вот, сотрясение. Вот, ну, стекла. От стеклов, то, что они разбили всю машину битами. Вот ребенок порезался. Мы ехали домой из Девятовки на Ольшанку. Вот, ехали, попали в стопотворение машин, которые сигналили. Нас машины не сигналят уже месяца три. Просто физически мы не могли сигналить. Лент на машине у нас не было. Мы ехали с ребенком. Если мы ехали на протесты, мы бы ехали, естественно, без детей. Мы ехали, перед нами просто попадает машина, бус. Муж хочет объехать, потому что много ментов, много этих танков. Страшно. Что ты говоришь, там танки, что ли? Ну, два танка этих было. Перед нами и один за нами был. Мини этих вот. Тигр. Тигр. Вот. И муж, естественно, выходит, дабы себя спасти, да, как-то обогнать и уехать домой, проехать это все. Он выезжает на встречку. Ну, естественно, оттуда выбегают куча ОМОНовцев, я не помню, сколько их там было, ну, штук 15, наверное, ну, группировка. И они не смотрят кто, что, и они начинают по всей машине. Нету смысла, да, она дешевая машина сама по себе, и вложить половину стоимости нужно машине в ее ремонт. Я вышел из машины доставать быстрее ребенка и получил ударом дубинки по голове. После этого начал кричать, что в машине ребенок, ну, после этого мы... Больше не трогали. Пытались там возмущаться что-то, но больше не били. Богу, я как-то удержалась, только вот, ну, гематома, шишка, ну, как бы удар пришелся на голову. Я как бы видела, что они бегут, а дети, они же не понимают, что нужно как-то отсекла. То есть она наоборот еще больше, видно, хотела посмотреть, что, ну, что там происходит. Она поняла, что это бандиты. Что на нас напали бандиты. Да, садись. Да, здесь.